Дико тут занят. Вот они грызут их прям у себя в лежанках. И мне нравится, что они не пачкают. Пахнут, правда, таким сушеным. Достаточно приятный запах от них. Не противный. Очень хорошо точат зубки. Вот. Очередь тут стоит, да, фантазия? Вот так вот. Занимаемся мы. В лежаночках, на кроватях и везде. Просто рядом спим, никому не даем. Мамочка Радочка тут пошла детей покормила и занялась трахейкой. Но это еще не все. Там тебя в комнате грызут? Нет, это под кроватью, под твои там у нас гроши. Она под кроватью. А малышня, вот она. Зубки точим. Чем мне нравится, что они легкие. И их могут эти трахейки поднимать и таскать за собой щенки, взрослые.